Мадам президент, теперь мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную спутниковую инфраструктуру. К сожалению, дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Ну, хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Приземлимся за 10 минут до времени Че. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? При текущей скорости и траектории, примерно за 10 минут до времени Че. О, господи, а как же Китай? Ну, все дипломатические связи разорваны. Но, как видите, Пекин, Шанхай, Гонконг в такой же опасности, как и мы. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент, да поможет нам Бог. Время до цели 60 секунд. Окей, все готово. Гарпер, интерфейс работает. Все в порядке. Подтверждаю. Все в порядке, сектор. Будь честен. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Я за уничтожение. В прошлый раз его уже брали живьем, и что? Время до цели 30 секунд. Черт, еле принесло. Поддержки 1, доложите обстановку. Заняли позицию по западному флангу, зона издания. Группа 2, вы на месте? Так точно, на позиции с востока параллельно вашему маршруту. На крыше 300 зданий. Вас понял, главная группа идет на юг. Связь по необходимости. Вражеский клоун прямо по курсу. Приближаются наши клоуны. Используйте их для прикрытия. Они ни хрена не сдаются. Войска с тыла не успевают приземлиться, их уничтожают. Нейтрализовать зенитные лазеры на крышах. Уничтожить этот сраный клоун! РПГ на южном мостике. РПГ-1-2 занимают позиции для поддержки. По своим не стрелять. Не отвлекаться. Наша задача прекратить передачи и убить Менендеса. Oh.
Техника, оружие активировано. Внимание, вызываю гром и молнии. Проходим через отдел снабжения. У противника обнимите камуфляж. Сюда, вниз по лестнице. Сразу наверху. Вот сюда на ходу. Патя рыба. Твою. Патя, ответный огонь. Лейтенант, команд.
Вражеский АСД перепрограммирован. Точно вставление! Останавливайтесь! Трансмиссия прямо впереди! Основная группа обнаружила источник сигнала. Группа 1, доложите обстановку! Установлен периметр фасона здания! Группа 1, переключайтесь на контрольные пункты. Территорию надо изолировать! Понял! Убейте сигнал! А, консоль сдохла. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас... Роскошь — это грех. И мы должны расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. И я его уничтожил. Скрой систему. Они думали, что я хочу убить президента. Госпожа президент, я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это видели, знали. Дронами управляют не сгорит. Что? Сэр, мы больше ничего не можем сделать. Мы не сегодня в силах вернуть управление дронами. 2 миллиарда людей живут в абсолютной нищете. Твою мать, он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить! Как госпожа хера? Президент. Он вызвал самоуничтожение своих военных машин. Зачем? Ваша армия парализована. Вам нас не остановить. Кардис Дей. Восстань, пока они еще не поднялись с колен. Ударь! Ударь! Изо всех сил! Так, выходим. Сектор, мы обнаружили труп. Один из наших. У него забрали Стойте. Форму Не и трогайте оружие. Его! Сектор, говорит группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это Менендес. Он пытается уйти, отвлечь от себя внимание. Всем на чистоте. Всем контрольным пунктам задерживать каждого, кто пытается покинуть квадрат. Даже тех, кто в форме. КПП-4! Нам приближаются неизвестные люди!
Координаты КПП-4. Мы американцы, спокойно. Приказано никого не пропускать! Стойте на месте! Спокойно, мы на одной стороне. КПП-4 разбит, надо спешить! Стану мучеником за Кортес Ди. Если бы решал я, ты сейчас был бы с сестрой. До встречи, Сектор. Увидимся с тобой через год. Перечитывай Улисса и готовься. Нет. Он всего лишь грустный старик, который говорит сам с собой. Пусть болтает. Это целлериевый червь, друг. Та же тварь, что захватила дронов. Он вырубил электростанции по всему восточному побережью. Когда ты его остановишь? Да у меня целый год ушел на попытки его хакнуть. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это свалить обратно в Англию. Знаете, мы пригласили сегодня на шоу Рауля Менендеса, но у него были другие планы. Какая-то там годовщина. Взять его! Какого хера? Почему свет отрубился? Охрана, пора вставать, Вудс.
Эффектное появление. Долго добирался. Mi hermana Josefina. Да. Я давно этого ждал. Она выжила в огне. Ради меня. Я ее не бросил. Вы забрали ее у меня. И чему это тебя научило? Чему научило? Кордис Ди.